Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» о событиях четверга, 14 июля, вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. С начала года в Сочи ликвидировано больше 200 свалок. О том, куда вывозятся отходы, строительные фирмы теперь будут сообщать в мэрию. Уголовное дело за перевозку на небезопасном внедорожнике. В Салахауле задержан 27-летний водитель, перевозивший в грузовике группу детей. Пересчитают всех сельхозорганизации и участки. Сочи принимает участие во всероссийской сельскохозяйственной переписи. Зеленый лазер – острое зрение. Болезни глаз для страдающих диабетом теперь не страшны. В 4-й горбольнице заработало новое оборудование. Центр Краснодара должен сохранить свое историческое лицо. Об этом сегодня заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Вместе со своими заместителями и мэром города он проинспектировал готовые и строящиеся объекты в краевой столице. Где побывал глава региона и кому придется работать над ошибками, расскажут наши краснодарские коллеги. Внешний облик главной улицы Краснодара формировался на протяжении двух столетий. Архитектурный стиль «Красная» — это невысокие дома, из-за которых, как говорится, видно небо. Строить больше 6 этажей в историческом центре города запрещено. Масштабная инспекция, которую сегодня днем устроил Вениамин Кондратьев, показала, не все застройщики еще свыклись, что с мнением краснодарцев и историческим обликом кубанской столицы теперь придется считаться. На месте снесенного 5-этажного дома быта пытаются возвести здание в 15 этажей. Разрешение на строительство не выдавалось. Нет, не выдавался только градплан. Градплан выдался. Был выдан градплан и подписан эскизный проект. Да. После того, как вы махнули шашкой. Олег, это не я, это горожане махнули шашкой. Я всего лишь навсего озвучил сегодня не просьбу, а требование горожан сохранить исторический центр. Сегодня максимально на всех встречах, где я был, с жителями города была одна просьба. Не застраивайте высотными каменными высотками, небоскребами Краснодар. То есть хотя бы его исторический центр. Живущие по соседству люди явно не рады подобным амбициям строительных компаний. Губернатору рассказывают, всегда жили в центре, и таких массовых попыток заставить все бетонными высотками не было. Очень надеются, что губернатор отстоит их право на свободное небо. Малоэтажные, тут и вдруг вырастут эти монстры. Держим уровень нашего исторического центра, высотности. А мы думаем, неужели вы предаете сами себя? Сказали, что не будем исторически. Реально. Видите, никто ничего не строит. Пока еще не построили, но очень хотят. Внутри кварталов, недалеко от политеха на Красной, огороженная площадка под 15-этажный жилой комплекс. Руководители компании, ведущий проект, расставили красочные стенды и готовились отрекламировать объект губернатору. Но попытки пиара явно не удались. Высотность исторического центра придется соблюдать, несмотря на бизнес-интересы застройщика. Мы сейчас за то, чтобы исторический центр Краснодара сам был красивым историческим центром, которым бы могли наслаждаться наши дети, внуки и последующие поколения. А есть вариант какой-нибудь? Может быть, там с архитектурой как-то проработать? Экономику в центре, в историческом центре делать не нужно. Давайте договоримся так, что здесь вы идете по нашим правилам. Компенсацию мы можем рассмотреть строительство дома, который даст вам экономику. Это в микрорайонах, вновь строящихся микрорайонах города Краснодара. Вот там делайте экономику, там делайте проекты, и мы вам максимально поможем. Но экономику делать на историческом центре города, поверьте, моя позиция категорически нет. Наглядный пример того, к чему приводит несоблюдение правил застройки, жилищный комплекс «Большой». Действительно, огромный 25-этажный дом успели воткнуть между центральными улицами Красной и Коммунаров до того, как началась масштабная кампания по борьбе с высотностью зданий. Уже сейчас есть сложности с парковками, озеленением и выездами на прилегающие улицы. При этом рядом хотят построить еще один дом. Скорее всего, не будет принято решение по застройке этой части. И хотелось бы оставить эту часть Краснодара рядом с таким большим комплексом, не застроенной. Юрий, эту работу мы будем проводить с застройщиком. Этот вопрос. Считаем, что здесь, безусловно, на этом месте дома строить жилые нельзя. Здесь можно будет, поскольку центральная улица города, здесь торговый какой-то центр общепита, что-то такое, связанное с организацией жизни людей. В целом для улицы Красной. Я здесь полностью вас поддерживаю, Ильич, вас тоже поддерживаю. Давайте мы сегодня четко будем понимать, что мы можем квадратные метры понастроить, жилья понастроить, а жизни в нем не будет.
Небоскребы и громадные жилищные комплексы должны появляться за чертой центра города, в новых микрорайонах. Краснодар развивается и все больше застраивается там, что раньше считалось окраинами. Один из примеров – Западный обход. На месте пустыри – развивающаяся жилищная инфраструктура. Причем даже здесь, рассказывают губернатору, дома и не выше 8 этажей. А вся территория изначально проектируется с учетом социальных объектов. Сколько у вас будет детских садов в целом? На какое количество мест? Три на 410 мест. Ну, в принципе, уже хорошо. Школа на сколько мест? 1100. На 1100. Это уже нормальный. Хорошо. Ну, вот я считаю, что на такое количество жильцов абсолютно такое нормальное соотношение для Краснодара, где нет даже минимального в некоторых микрорайонах. На многие застройщики говорят, экономика не складывается. Исходя из того, что у вас, наверное, третья часть земли отдана под парковки, дальше под школу, под детские сады, под спортивные площадки, под детскую площадку у вас экономика сложилась? Она не очень большая, но она вполне прибыльная. То есть где-то 2-3-4 тысячи на квадратный метр мы будем пытаться зарабатывать. Вот, коллеги, и ответ тем, кто кричит во все горло, горлопаны строительные, иначе не назвал, которые говорят, что мы мешаем делать строительный бизнес. Можно делать строительный бизнес и можно строить, и в Краснодаре в том числе, если ты не хочешь получить сверхприбыль. А прибыль получить, мы не против, получайте прибыль, но и делайте город красивым, и микрорайоны делайте красивыми, которые комфортные для жизни, для проживания. Вот сегодняшние требования. По сути, губернатор озвучил техническое задание всем застройщикам – соблюдать высотность в историческом центре и проектировать территории со всей необходимой социальной инфраструктурой. Причем создавать ее даже в тех случаях, когда заранее об этом не подумали. Например, как в комплексе «Западный город». Здесь уже люди живут, жильцы заселены, а где детские сады, а где школы? Есть возможность исправить эту ситуацию за счет прилегающих земель и разработки проекта планировки с учетом той социальной нормы, которая здесь была недополучена людьми. Нету другого решения, как радиально выводить радиусами, по большому счету, из этого микрорайончика, чтобы уже вокруг понастроить детских садов, школ, чтобы как-то создать жилье. Но еще раз подчеркиваю, что это тоже жители нашего Краснодара. И тоже микрорайоны нашего Краснодара. Поэтому надо решать проблему. Да, сегодня дорогой ценой, но вот эти проблемы решать надо. Важную роль в соблюдении всех этих правил должен сыграть и общественный градостроительный совет при губернаторе. Изменения и предложения в отрасли обязаны согласовываться с людьми, для которых вся эта инфраструктура и создается. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Краевые власти готовы поддерживать бизнес, который инвестирует в развитие региона. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с директором Каспийского трубопроводного консорциума. Компания вот уже почти два десятка лет один из основных стратегических партнеров края. В основном это реализация социальных проектов, строительство детских садов, спортивных стадионов, реконструкция школ. По словам Вениамина Кондратьева, участие компании в жизни региона – одна из важнейших составляющих многолетнего сотрудничества. КТК – это пример бизнеса, который готовы не только брать, но и отдавать. Притом я скажу, что отдавать, наверное, больше от того, что вы зарабатываете. То есть вот в моем понимании, исходя из тех проектов, которые сегодня уже реализованы в крае, на самом деле это вызывает уважение со стороны власти, что вы настолько социально, что ли, адаптированы и настолько инвестируете в реальную жизнь людей. Исходя из этого, мы готовы максимально вам содействовать в реализации всех ваших проектов, в понимании того, чтобы проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в нашем крае, не были для вас проблемами, и мы готовы максимально подключаться к их решению, еще на стадии их появления. Компания подтверждает, что 100% то финансирование, которое было заявлено, и те объекты, которые были заявлены, они будут выполнены. Невзирая на то, что проект расширения заканчивается, и мы уже сегодня видим, что до конца года введем основные объекты, которые позволят создать профицит мощностей по трубопроводу для приема нефти от производителей. В любом случае, по основной деятельности, те объемы финансирования на социальные объекты, которые у нас обозначены, мы эту планку не будем опускать, будем эту планку поддерживать. При строительстве своих объектов компания особое внимание уделяет вопросам экологии и, в первую очередь, населению, которое проживает в тех местах, где проектируются, строятся и эксплуатируются объекты КТК. Гендиректор заверил губернатора, что и впредь к этим вопросам они будут подходить с особой важностью. В этом году в реализацию соцпроектов края предприятие собирается вложить больше 160 миллионов рублей. На эти деньги планируют построить газовую котельную в одной из школ Крымского района, сделать ремонт в поликлинике Новороссийска, а также благоустроить Дом культуры в портовом городе. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.
А теперь к новостям курорта. В Сочи пропала девушка. Полицейские объявили розыск. Уроженка Якутии, ныне проживающая в Сочи, 40-летняя Наталья Жиравина, ушла из дома по улице Пасечная 7 июля около 2 часов ночи. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы женщины. Славянский тип внешности, рост 160-175 сантиметров, среднее телосложение, волосы светлорусые, длинные, глаза зеленые. Была одета в белое кружевное платье, светлые босоножки. Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении без вести пропавшей Натальи Жиравиной, обращаться в полицию. И продолжаем. Реальный тюремный срок может получить сочинец за перевозку экскурсионной группы детей на внедорожнике, не отвечающем требованиям безопасности. Сочинские полицейские задержали водителя в ходе операции «Внимание, джипинг». В Салахауле полицейский обратил внимание на автомобиль ГАЗ-66 под управлением 27-летнего местного жителя. Грузовик в кузове перевозил туристическую группу. Участковый остановил машину. Выяснилось, что перевозка детей из Санкт-Петербурга осуществлялась за деньги, но без правоустанавливающих документов. Пассажиры были отправлены в город другим транспортом, а сотрудники полиции приступили к более тщательному осмотру автомобиля. Было установлено, что техническое состояние грузовика не соответствует требованиям безопасности. Мы хотим еще раз обратиться ко всем водителям, предпринимателям, которые осуществляют данный вид деятельности, не шутить, поскольку за подобные нарушения предусмотрена серьезная ответственность, вплоть до уголовной. По данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Строительные фирмы Сочи отчитаются о том, куда вывозят отходы производства. Об этом шла речь на встрече первого вице-мэра Мугдина Чермита с крупными застройщиками курорта. Слово Татьяне Говорковой. Ежегодно на территории города оседает несколько тысяч тонн строительного мусора. В период с января по март было выявлено более 220 свалок. Только в феврале во время вертолетного осмотра обнаружено 112 куч мусора. 70% из них составили строительные отходы. По каждой был проведен мониторинг и принят план по ликвидации. Большинство свалок уже устранены. Мы начинаем большую работу по борьбе с этим злом. Для этого нам нужно ваше содействие. Содействие какого плана? Нам нужно, чтобы вы нам дали договоры. Мы все подозреваем, что строительные компании в основном добросовестно относятся к своим обязанностям, заключили договоры на вывоз строительного мусора с какими-то организациями. Но как раз для того, чтобы нам отследить, попадают ли они по назначению, значит, эти отходы не попадают, нам нужно, чтобы вы дали нам копии этих договоров с подтверждением оплаты. Очень важный момент. С подтверждением оплаты этих договоров. По всем фактам стихийных свалок администрация города обращается в прокуратуру для возбуждения административных и уголовных дел. Большую часть мусора оставляют самоволки. Стоит отметить, что строительство из сотен незаконных объектов продолжается вестись лишь на единицах, так как специально созданные контрольные группы администрации применяют все необходимые меры. Выставляются казачьи патрули, стройки отключаются от коммуникаций. А вот появление строительного мусора на придомовых территориях в основном связано с действиями недобросовестных жителей, которые проводят у себя ремонт. Для устранения таких фактов на курорте созданы рейдовые группы. Представители муниципальных властей, ТОСов, домовых комитетов, квартальные совершают обходы по своим районам и выявляют нарушителей. Ведется также активная работа с управляющими компаниями. Мы будем, значит, контейнерные площадки менять, их дислокацию кардинальным образом для того, чтобы у каждого дома, многоквартирного, многоэтажного, который имеет придомовую территорию, была своя контейнерная площадка. В ближайшее время пройдет встреча со всеми строительными организациями курорта, представителями правоохранительных органов и специалистами контролирующих ведомств. На этом заседании будут подведены итоги работы по пресечению появления незаконных свалок строительного мусора в Сочи. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Глава Сочи встретился со студентами летней школы МГИМО. Это уже третий ежегодный проект, который реализует на курорте Московский государственный институт международных отношений. На встрече говорили о совместных проектах. В частности, Анатолий Пахомов пригласил студентов МГИМО поработать на крупных мероприятиях, которые проходят в Сочи в качестве волонтеров. Что еще обсуждали на встрече, расскажем в нашем следующем материале.
В летнюю школу, которая работает на Черноморском побережье, попадают самые активные студенты. На этот раз их лагерь расположился на двух площадках горного и прибрежного кластера. Как раз сегодня они перебираются на Красную Поляну, а до этого встреча с мэром, на которой пойдет речь о совместных проектах города и МГИМО. Программа по проведению презентации МГИМО, опять же, для школьников в стенах школ города Сочи. Презентация разных программ, на которых можно обучаться в МГИМО. Такой прямой контакт представителей администрации, студентов, которые будут, естественно, в этот проект тоже вовлечены напрямую с потенциальными абитуриентами, будущими студентами университета. Об этом на встрече с Анатолием Пахомовым и говорили студенты МГИМО. Они предложили свое участие в детских сочинских лагерях по принципу сотрудничества с Артеком. Заинтересовала их и волонтерская деятельность. На курорте постоянно проводятся международные крупные мероприятия. Глава города пригласил их в качестве волонтеров. Есть все те событийные мероприятия, которые действительно привлекают город гостей. Не только для того, чтобы загорать, купаться, либо на лыжах кататься, но еще и участвовать в этих мероприятиях. Кроме того, вы, наверное, знаете, что в 2017 году у нас будет Всемирный фестиваль молодежи. События очень серьезные. 30 тысяч молодых людей будут у нас здесь в гостях. Анатолий Пахомов рассказал московским студентам о том, как используется постолимпийское наследие, как развивается город спустя 2,5 года после проведения зимних игр. А молодежь заинтересовала, как сочинские студенты реализуют молодежные инициативы. Мне, как представителю молодежи, интересно, что делается именно в Сочи для того, чтобы развивать ситуацию в принципе, в городе, и для того, чтобы было дальнейшее сотрудничество МГИМО и Сочи, потому что Сочи – прекрасный город, потому что Сочи – это одна из площадок FIFA 2018 и, опять же, фестиваля молодежи. В рамках этой встречи будет подписано рамочное соглашение между администрацией города и Московским государственным институтом международных отношений. У сочинских школьников появится возможность общаться напрямую и со студентами МГИМО, и с преподавательским составом. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Село в порядке, страна в достатке. 1 июля по всей стране, в том числе и в Сочи, стартовала сельскохозяйственная перепись. Объектом исследования являются пользователи или собственники земельных участков, которые могут использоваться для производства сельхозпродукции. Это как юридические, так и физические лица. Как проходит перепись, для чего она нужна и как она отразится на хозяине участка, на предприятии, да и в целом на состоянии страны? Ответы на эти вопросы в нашем сюжете. Объектами сельхозпереписи являются участки в сельской и городской местности, а также сельхозорганизации. С начала месяца по всему Большому Сочи, по всем населенным пунктам ходят 48 таких переписчиков и собирают информацию о личных подсобных хозяйствах горожан. Сотрудников интересует, что произрастает на земельном участке, какие площади обрабатываются, держит ли скот. Данные вносятся в планшетный компьютер, либо в переписной лист. Наемные работники привлекаются ли в 2016 году? Наемных работников. Нет. Вопрос-ответ. Строго по анкете. Все данные записываются только со слов владельца земельного участка. Никаких самостоятельных обходов, проверок и подсчетов переписчик не проводит. Сельхозпредприятия бланки заполняют самостоятельно. Цель мероприятия, объясняют специалисты, собрать данные. Они в дальнейшем позволят оценить ситуацию и сравнить, какие изменения произошли в аграрном секторе за последние 10 лет. Многие хозяева очень волнуются о том, что после этой переписи произойдут какие-то санкции. Ну, в нашей стране всякое было. Вот, никаких изъятий земель не будет производиться. Тем более гарантируется федеральным законом, что вся полученная информация является строго конфиденциальной. И переписчики наши подписали контракты, в которых есть обязательный пункт о неразглашении полученной информации. В Сочи, как и в целом по России, сельскохозяйственная перепись завершится 15 августа. За это время переписчики должны обойти около 20 тысяч участков ИЖС, порядка 4 тысяч садовых участков, 70 фермерских хозяйств. Также переписи подлежат 18 индивидуальных предпринимателей, 14 крупных, 3 микро и 3 подсобных сельхозпредприятия. На каждого переписчика приходится в среднем 460 объектов. Напомню, в современной России первая перепись проходила в 2006 году. Как говорят специалисты, сейчас в условиях санкций и продуктового эмбарго самообеспечение продовольствием – задача государственной важности. Кто и как будет выполнять поставленную задачу, покажут свежие данные. Денис Романов, телекомпания ФКТ.
4-й горбольнице новое оборудование. Оно появилось в офтальмологическом отделении. Теперь врачи могут проводить уникальные для нашего города осмотры и операции, которые раньше были доступны только в краевой столице. В частности, коагуляцию сетчатки глаза с помощью твердотельного зеленого лазера. Для кого новое оборудование станет спасательным кругом, знает Елена Овсецина. Шуре Михайловне Квицине 93 года. Ее привезли родственники из Абхазии, она уже ничего не видела. А теперь зрение ей восстановили на 50%. Она этому рада, хоть и возраст, говорит, большой, а видеть внуков очень хочется. Мне сказали, что ваша больница такая лечащая, врач появился, потому я приехала. С тех пор, как врачи стали использовать зеленый лазер, сделано около 100 операций. Новое медицинское оборудование предназначено для работы на сетчатке глазного яблока. И чаще всего в этот кабинет попадают те, у кого диабет. А в городе эта цифра достигает 40 тысяч человек. И теперь им не нужно ехать в краевую клинику и ждать там своей очереди. Лазер выполняет лазер-коагуляцию сетчатки для профилактики в будущем таких тяжелых заболеваний органа зрения, как отслойка сетчатки. Кровоизлияние при сахарном диабете достаточно частая патология и приводит к не только выполнению более тяжелых, да, хирургических вмешательств, но также, в частности, вот, к инвалидизации по именно патологии органа зрения. Вот и Музе Александровне в поликлинике дали направление в стационар. В 2014 году была катаракта правого глаза, тогда ей удалили мутный хрусталик, а сейчас она снова стала жаловаться на ухудшение зрения. Сочинские врачи пообещали помочь. А не болели воспалением глаз, небольшие рубчики есть по центру. Вот, не лечили никогда воспалением глаз. Воспаления не было? Нет. Сначала, конечно, проводится консультация лазерного хирурга. Он, кстати, прошел дополнительное обучение в краевой столице. И по полису ОМС все обследования на новейшем оборудовании пациенты могут пройти абсолютно бесплатно. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ветеран войны, профессиональный судостроитель Николай Яковлев отметил 95-й день рождения. Свой юбилей сочинец отмечает при полном параде. Говорит, возраст не повод для отдыха. Какой подарок на юбилей самому себе сделал Николай Николаевич, расскажем далее. Это другие пенсионеры могут позволить себе расслабиться, надеть халат и спокойно встречать старость. Николай Яковлев не старается выглядеть бодрым и активным. Он всегда такой. Строгий, требовательный к себе, окружающим и по-военному собранный. Говорит, в 95 строить какие-то планы на будущее – дело неблагодарное. Все, чего он хотел сделать, он сделал. Трудился на благо Родины, воспитал не одно поколение судостроителей, написал несколько книг. Но главное – создал модели парусников. Одну из них – самому товарищу Сталину к его 80-летию. Перед поставленной задачей спасовал даже главный инженер судостроительного завода, а Николай Николаевич нет. На изготовление модели ушла неделя. Яковлев лично отвез парусник в Кремль и передал комиссии в благодарность новая должность. Дают мне бумажку, где написано, что коллектив такого-то завода судостроительного за 7 дней, изготовил модель под руководством главного инженера Яковлева. Я им говорю, тут ошибка. На меня так строго, говорит, у нас ошибок не бывает. Я приезжаю домой, а там уже приказы, лавка. За проявление инициативы, т.д. и т.д. назначить, я говорю, главным инженером. Воплотить в жизнь свое второе детище главный инженер Яковлев смог спустя много лет. Модель МиГ-80 занимает центральное место в тесной хрущевской однушке. Но это не просто парусник, это модель будущего и наглядное пособие для юных мореплавателей и нового поколения инженеров. О том, как создавался парусник, Николай Николаевич подробно описал в своей книге «Каравелла-21». Ее, кстати, юбиляр подарил своим гостям. Поздравить с днем рождения Николая Яковлева приехал глава города. Молодцы, что при здоровье, при активной жизненной позиции встречаете юбилей. Молодцы, что выполняете мою просьбу, что до 100 лет это даже без разговора должны доживать. А после 100 лет мы тогда посмотрим, ну еще поговорим. В подарок не только цветы, но и медаль за заслуги перед городом. Кстати, своеобразный подарок на 95-летие Николай Николаевич сделал себе сам. В этом году в свет вышла его очередная книга, в которой он дает ответ самым любознательным, почему плавают корабли. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Сочи снова становится декорацией для видеосъемок. «Ты мой рай» – так называется новый клип скандально известной сочинской певицы Алины Саакян, снятый здесь, на побережье.
На кадрах Олимпийский Сочи и уже известная певица Алина Саакян. Те, кто следит за ее творчеством, уже успели заметить, что курорт часто становится декорацией к ее музыкальным видео. Новый клип она также снимала в родном городе, и фраза «Ты мой рай» относится в том числе и к Сочи, рассказала певица. Ты мой рай, только знай. Ты мой рай. В клипе Алина Саакян, кстати, теперь она просит называть ее Манила, разъезжает по городу на дорогом авто, нарушая правила дорожного движения, выезжает на встречку, даже не держась за руль. Напомню, Алина Саакян всей стране стала известна несколько лет назад после участия в популярном телепроекте, на котором у нее произошел конфликт с Михаилом Терехиным. Он оскорбил девушку, за что Алина подала на обидчика в суд, который, кстати, успешно выиграла. Теперь она строит карьеру певицы и телеведущей. Недавно Алина заключила контракт с одним из популярных телеканалов, где у нее будет своя программа. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошив штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Инга Габейша. Всем самого доброго и до встречи в эфире.